Многочисленные игры-автогонки не только значительно прибавили в графике, но и обзавелись мультиплеерной составляющей. Портал NHT, основываясь на одном из лучших журналов о технологиях чип, отобрал лучшие проекты, в которые можно поиграть с друзьями. Гоночный автосимулятор от компании Ivory Tower придется по вкусу игрокам, которые предпочитают езду по огромному открытому миру. Общая протяженность дорог составляет 10 тысяч километров, а сам игровой мир состоит из 5 регионов, которые открываются по мере прохождения. Одиночная кампания включает в себя 20 часов геймплея. Те, кто не любят играть в одиночку, могут присоединиться к онлайн-игрокам или создать гоночную команду со своими друзьями. Что касается транспортных средств, то местный автопарк насчитывает около сотни различных автомобилей, начиная от стрипкаров и внедорожников, заканчивая фигуристами, суперкарами и раллийными авто. Заработать денег на новые автомобили здесь сложно, поэтому придется попотеть, чтобы набить гараж новой машине. Гораздо выгоднее выбрать пару-тройку болидов и максимально их проапгрейдить. Интересный факт. 23% видеороликов в интернете смотрят боты, утверждают аналитики компании PricewaterhouseCoopers. У владельцев PlayStation 4 есть возможность принять участие в эксклюзивных автогонках Drive Club. Всего доступно три режима – турне, заезд и онлайн. Турне представляет собой гонку с выполнением определенных заданий, а заезд позволяет поучаствовать в дрифт-соревнованиях и гонке на время. Также игроки могут создавать клубы и совместно проходить различные испытания. Все члены клуба играют на общий результат, поэтому успех и количество набранных очков во многом зависит от социального фактора. Drive Club не практикует езду по бездорожью. Все заезды устраиваются на трассах, спроектированных в соответствии со своими реальными аналогами. Для пущего разнообразия добавлена динамическая смена погодных условий. У поклонников Xbox тоже есть весьма интересный эксклюзив в виде серии автосимуляторов Forza. Forza Horizon 2 получил большой открытый мир и отличный автопарк, в котором геймеры найдут как классические машины, так и мощные спорткары. Здешние гонки вряд ли смогут вам быстро наскучить. Разработчики постарались добавить максимум разнообразия. В игре можно не только участвовать в гоночных чемпионатах, но и исследовать мир, устраивать дуэли на трассе, проходить испытания на чужих авто, искать и реставрировать раритетные машины или набрать скорость, проезжая под радаром. Автосимулятор от Codemasters — это сотни маршрутов в 22 городах мира и множество автомобилей, разделенных на 5 категорий. Гонки будут действительно сложными, так что придется приноровиться ездить по правилам и использовать ошибки соперников в свою пользу. Игру можно проходить в режиме карьеры, выполняя задания спонсоров, или отправиться в онлайн с друзьями. Кстати, Grid Autosport может работать в связке с Oculus Rift, так что при желании получится ощутить полное погружение в мир автогонок. Безбашенные аркадные гонки Need for Speed переехали на мобильные платформы. Теперь участвовать в уличных заездах можно прямо по дороге на работу. В игре ждут привычные развлечения – покупка и тюнинг автомобилей, угарная езда без правил и полицейские погони. Графическая составляющая тоже весьма хороша. Единственный большой минус продукта – он распространяется по системе Free-to-Play. Играть разрешается бесплатно, а вот за внутриигровые ценности придется платить. Впрочем, получится покататься и без вложения финансов. Project Cars – самый реалистичный автосимулятор, разработанный на движке Madness, задействованном в серии Need for Speed Shift. Продукт включает в себя более 60 автомобилей и множество автодромов в 35 городах мира. Игроков ждет приближенная к реальности физика шин и поведение машины на трассе, максимальный реализм вождения, а также динамическая смена суток и погодных условий. Не менее весомым плюсом стала и очень реалистичная графическая составляющая. Аркадные мотогонки Road Redemption являются своеобразным продолжением приставочной игры Road Rash. Участникам предстоит колесить по дорогам и колошматить соперников в буквальном смысле всем, что попадется под руку. В некоторых гонках придется уворачиваться от падающих фургонов или показывать мастерство полета, перепрыгивая по крышам зданий с помощью трамплина. Альфа-версия игры уже доступна в цифровом магазине Steam. Разработчики хитовой серии игр MotoGP подготовили очередной автосимулятор Ride. Пользователи ждут около сотни мотоциклов известных марок. Кроме того, в автосимуляторе будут исторические мотоциклы, для которых смоделированы трассы из соответствующих эпох. Ride насчитывает 15 локаций, в каждой из которых получится прокатиться не только по гоночным трекам, но и по городским улицам, а также пригородным зонам. Не менее интересными находками продукта Ride являются возможность тюнинга своего двухколесного друга и изменение характеристик гонщика.
На данный момент это последняя игра из франшизы Need for Speed, доступная для консолей и ПК. Need for Speed Rivals построена по технологии социальной системы All Drive, которая позволит переходить от одиночной игры к мультиплееру в реальном времени. У игроков есть возможность сыграть как за гонщика, так и за полицейского, но кататься в одиночку довольно скучно, потому что никакой синглплеерной кампании в игре не предусмотрено, так что зовите друзей!